Друзья, всем привет! Мы с супругой ездили отдыхать в Крым, и сейчас мы поделимся с вами впечатлениями о гостевом доме Касабланка. Поехали! Гостевой дом имеет высокие оценки на сайте Booking.com и позиционирует себя как лучшее место для отдыха влюбленным парам. Скажу сразу несколько слов о населенном пункте Коктебель. Это небольшой поселок между Феодосией и городом Судак. Ночная жизнь поселка протекает в умеренном ритме. Есть различные кафе, где вы можете отдохнуть в тишине и романтической обстановке. Вообще, Коктебель располагает к неспешному и размеренному отдыху. Видео о том, как мы отдохнули, я добавлю в подсказку. Вернусь к гостевому дому. Территория гостевого дома небольшая и чистая. Имеется фонтан, отдельная кухня. Также есть мангал и беседка. Сам номер очень чистый и уютный, с выходом на балкон. Из удобств хочу отметить новую бытовую технику. Телевизор с плоским экраном, сплит-систему и чайник в номере. Территорию охраняет небольшая собака с именем Цен, с которым можно поиграть, кинув ему мячик. Хозяева дома, Сергей и Татьяна, очень отзывчивые и дружелюбные люди, которые расскажут, подскажут, что, где и как. Ссылку на сайт гостевого дома я оставлю в описании. Всем, кто хочет уютного и спокойного отдыха, рекомендую Касабланку. Номер Сергея я также напишу в комментарии. Спасибо за просмотр, подписывайся на мой канал, приятного всем отдыха!